Совершил покупки, сходил в кино, посидел в кафе и сделал прививку. В Самаре заработал второй пункт вакцинации на базе торгового центра. Наталья Турисова говорит, это очень удобно. Многие ее знакомые тяжело переболели коронавирусом. Поэтому Наталья решила не рисковать и сделать прививку. Даже просто хотела сделать прививку, потому что не хочу болеть. И хочу свободно перемещаться по России, за пределами ее. И не думать вообще о проблемах. Сюда приходит день вакцинироваться порядка 50 человек и более. Мобильный пункт работает с 11 до 18. Для того, чтобы сделать вакцину, вам необходимо с собой иметь паспорт и СНИЛС. Ольга Львова работает школьным учителем. Перед началом нового учебного года решила пройти ревакцинацию. В прошлый раз вакцинировалась спутником ВИ. Прививку перенесла легко. Была небольшая температура в первый вечер. Теперь выбрала спутник Лайт. Я работаю учителем в школе и... Первую прививку свою я смогла получить в декабре и январе. Вот сейчас прошло уже достаточно времени, скоро начинается учебный год, мне бы хотелось подстраховаться. Подстраховаться медики рекомендуют и людям пожилого возраста. С наступлением осени, сезона простуд, риск заболеть коронавирусом для них возрастает в разы. Чтобы уберечь свое здоровье от тяжелых последствий инфекции, лучше поставить прививку. На сегодняшний день привито 1 миллион 19 449 человек. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Постоянные прививочные пункты размещены в торговых центрах «Аврора» и «Гудок». Мобильные пункты по выходным дежурят рядом с другими торговыми центрами. Виктория Шара и «События».